Впервые в Донецке 6 апреля Донецкой филармонии в рамках фестиваля музыкального искусства «Благовест» уникальная программа «Танцующая барокко». На сцене талантливые музыканты из Санкт-Петербурга, ансамбль солиста Екатерины Великой под управлением Андрея Решетина и артисты барочного балета. Танцевальные формы в инструментальной музыке эпохи барокко подарят по-настоящему изысканные впечатления. Подробности в кассе и на сайте филармонии.